Знаете ли вы, что некоторые птицы могут быть не просто опасными, а смертельно опасными? Ведь они прямые потомки динозавров, и некоторые из них все еще могут нападать на людей. Кто же эти птицы-убийцы? Вороны – очень умные птицы. Они запоминают места и людей, и даже имитируют человеческую речь. Вороны нападают, если зайти на их территорию, или им покажется, что вы интересуетесь их гнездами, или у вас просто есть еда. Австралийские сороки. В отличие от других сорок, австралийские сороки могут быть очень опасными. Во время сезона размножения сороки-самцы нападают сзади на ничего не подозревающих пешеходов и бегунов, оставляя глубокие царапины и порезы. Белоголовые орланы. Подходя к их гнезду, когда в нем есть яйца или птенцы, лучше быть настороже. Хоть нападения на людей не смертельны, орланы настолько быстры, что люди не успевают среагировать и избежать ран и царапин. Пересмешники – самые маленькие птицы в списке. Почему же стоит их остерегаться? У них отличная зрительная память. Во время сезона гнездования пересмешники нападают на всех, кто приближается к их гнезду. При этом запоминают человека и могут напасть снова. Чайки – это отъявленные злодеи. Они будут пытаться схватить все, что можно съесть, и агрессивно преследовать то, что выглядит съедобным. Хотя чайки не несут смертельной угрозы, можно получить травмы и ушибы, спасаясь от их агрессии. Совы нападают только, если чувствуют угрозу. Эти бесшумные ночные хищники налетают сверху, наносят раны и улетают прежде, чем человек успеет понять, что произошло. Часто опасна не сама рана, а бактерии, которые могут в нее попасть. Лебеди. Эти величавые существа обычно кажутся спокойными и безмятежными, но если подойти к их гнездам, они будут нападать. Лебеди атакуют в первую очередь крыльями, нанося болезненные удары по разным частям тела человека. Канадские гуси. Когда-то они находились под угрозой исчезновения. Запрет на охоту помог увеличить их численность, но птицы перестали бояться людей и стали смелыми и агрессивными. Гуси преследуют тех, кто приближается к гнездам, но даже если человек им не угрожает, птицы могут атаковать и нанести травму. Страусы. Хотя страусы, как правило, кроткие, лучше их не провоцировать. Имея рост около 2 метров и вес более 100 кг, страусы обладают удивительной скоростью, силой и большими когтями, которые используют для защиты и нападения. Казуары считаются самыми опасными птицами. Казуар не летает, но может прыгать до 2 метров в высоту. Ноги – его эффективное оружие, ведь сила удара птицы до 70 кг на квадратный сантиметр, а результатом нападения становятся серьезные травмы и переломы. Теперь вы знаете, каких птиц стоит опасаться и почему. Подписывайтесь на канал Бароша, здесь вы найдете много интересного о домашних питомцах и не только.